Координатор партийного проекта «Единая страна. Доступная среда», чемпион мира по стрельбе из блочного лука Михаил Диктованный провел урок доброты в 4-м Б-классе Звенигородской школы номер 2. Паралимпийский чемпион показал свой спортивный снаряд, блочный лук, а также стрелы, мишени, по которым он когда-то стрелял, медали. И рассказал ребятам о сложном пути к успеху и трудностях, которые пришлось преодолеть. Смысл его уроков доброты – объяснить детям, что люди с ограниченными возможностями могут добиваться намеченной цели, несмотря ни на что.